По поводу Крыма, ну, я искренне считаю, что если бы не было Крыма, был бы какой-то, наверное, другой повод. Ну, честно, потому что, ну, возможно, там можно было это каким-то дипломатическим путем и что-то такое. Но как опыт показывает, что дипломатическим путем получается как-то выгода в другую сторону. Вот, поэтому никаких у меня нету там восторженных там по этому поводу. Ну, я вот тут как-то абсолютно, ну, нейтрально. Ну что, ну хорошо, ну у нас есть выход к морю. Ну, слава богу, что он у нас есть. Ну и